Всем привет, ребята, Акулята, на связи Викуленок, и сегодня я нахожусь в Брукхевене. На данный момент здесь даже нет намеков на то, что наступила глубокая осень, и скоро мы ждем снег. Брукхевен, где снег? Я хочу снега. У нас уже сегодня, кстати, выпал первый снег, а здесь вообще даже нет намеков на то, что скоро наступит зима. И, ребятушки, я вам предлагаю сейчас переместиться в зимнее обновление Брукхевена, чтобы помечтать, каким станет Брукхевен, когда выпадет снег. Ну что, погнали? Вау, ребят, вот так вот, наверное, лучше. Посмотрите, здесь елка, снег и все такое рождественское, новогоднее. Обалдеть, ребята, вот это да. Можно даже хороводы водить, хороводы. Офигеть. Ну и поскольку мы на этой карте, нам грех все не рассмотреть, ребят. Чего? Ребята, там олени! Подождите. Почему у меня нет флайпэта, чтобы туда добраться? Ребята, там олени! И, наверное, Санта-Клаус и мешок с подарками. Ой, я провалилась. Куда я провалилась? А, я провалилась в бассейн. Ну, логично, да, что на зиму убрали воду. Но вообще было бы прикольно, если бы она замерзла. Да, подождите. Я хочу рассмотреть, что там с оленями, ребят, подождите. Так, сейчас я сюда вот залезу. Ой, ай-яй-яй-яй-яй. Бикуленок очень сильно спешит. Так, подождите. О, вот здесь должно быть видно. Подождите, там что? Там мешок не с подарками, там мешок с робаксами. Офигеть. А что это вот за шарик вот там вот возле оленя? Класс, какой-то волшебный шарик. О, я хочу туда добраться. Но как? Почему у меня нет здесь этого флайпета или какой-нибудь вертушки, как в Adopt Me, ребят? Вот это да, вот это крутяк. Елка. Ой, елка шатается. Я, ребят, чуть не забурила елку. Дай-ка я ее поправлю. Ой, нет, кажется, я застряла в текстурах. А, зачем я сюда залезла? О, боже, это елка-убийца, ребят. Я туда залезла, а вылезти не могу. Представляете, что мне пришлось сделать, чтобы вылезти из этой елки? Поэтому идем рассматриваем карту дальше. Вау, в полиции висит бантик. Как-то очень даже прикольненько. Так, что дальше? Короче, везде, получается, в разных магазинах, кафешках висят рождественские банты. Крутяк. Смотрите, здесь даже есть кусок льда. Снег. Класс. А можно лечь и ангелочка сделать. Но у меня пока нет такой возможности, потому что здесь нет кнопок, как в настоящем Брукхевене, ребятушки. Но мы идем дальше. Так, подождите, мы отвлеклись все-таки от Санты, который вот там вот наверху. И вот меня, знаете, что настораживает? Вот там вот есть, смотрите, видите, такая вот получается штуковина прозрачная. И мне такое ощущение, что можно туда залезть. Я сейчас туда вот пробегусь, может быть, я реально смогу залезть. Вот, ну, смотрите, реально там какая-то вот, как будто прозрачный мост. Прозрачный мост, хоть бы его не потерять из виду. Так, ребятушки, кажется, я нашла, где он начинается. А, это не мост, это стена. Блин, вот сейчас обидно было. Капец. Эта стена, короче, не дала ему лететь. Капец, Рождество потеряно. Санта не сможет раздать всем робаксы, ребят. Обалдеть. Но мне кажется, это еще не все сюрпризы, которые находятся на этой карте. Давайте все внимательно рассмотрим. Ребят, раз эта карта появилась, может быть, это намек, каким будет Брукхевен в зимнем обновлении. Прикольно. Так, ребят, а вот смотрите, вот здесь вот. Так, вот здесь вот. Вот здесь вот. Ай, куда я попала? Блин, ребят. Кажется, я это в ловушку сама себе загнала. Привет. Так, ребят, по-моему, в этот дом я хотела зайти, там, где я провалилась. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. Ой, я не с той стороны зашла, а на лестницу. И мне интересно, вот этот бассейн замерз или в нем все-таки горячая вода? О, он замерз. Ребята, замерз, прикол. Также, смотрите, на этой карте везде вот такие вот волшебные зонтики. Волшебные, потому что рождественские, потому что они вот такие прокрашены в такой цвет, как эти, знаете, леденцы такие в виде тросточки.
Ну, давайте же дальше отправимся, посмотрим, что дальше. Кстати, снег, видите, здесь даже как-то интересно идет снег. Где-то есть, где-то его нет, а где-то даже пурга, как вот в начале ролика было. Ну, очень прикольно. Тот, кто создавал эту карту, реально постарался, потому что, ну, она реально передает вот это вот зимнее рождественское настроение. Но на самом деле хотелось бы больше снега, но все равно классно. Но все равно классно. Вот смотрите, отсюда прям идет гейзер снега. Давайте подойдем. Вы видели? Я смогла сдвинуть ледяную глыбу. Я силач. Отсюда идет снег. Это прикольно. Снег, снег. Белый снег. Снежные деревья. Это класс. Ребят, я как это для этой игры здоровая или что? Подо мной дрожат все ледяные глыбы. Смотрите. Ой, смотрите, какой громадный подарочек. Мы уже такие подобные подарки видели с вами в обновлении с Хэллоуинском, да? Но это рождественские подарки, они клевые. О, вот здесь, смотрите, рождественский, вот это получается зеленая такая штучка с колокольчиком. О, и венок, супер. А здесь есть елка, интересно? Нет, внутри еще нету радужного настроения, пока только на улице. Но все равно круто, я еще хочу... Ой, снег пошел. Я еще хочу... Ой, ребята, у меня глаза разбегаются, куда я хочу попасть. Смотрите, какие чупики клевые. Можно я здесь сфоткаюсь? А еще я хочу сфоткаться вот возле того подарочка. Интересно, а можно? Я смогу подарок скинуть? Вот как я скинула эту ледяную глыбу, подвинула. Может, я смогу подвинуть подарок и забрать его с собой в Брукхэвен. Ой, смотрите, как здорово, а? Какая классная фотка выйдет. Я как дюймовочка в цветочке рождественском. Смотрите, как здорово. Если реально такое обновление добавят в Брукхэвен, я не знаю, я, наверное, буду и здесь играть часами. О, боже, со мной же мои подписчики. Вика топ. Спасибо, ребятушки. Спасибо, что добавляетесь ко мне, когда я играю. Вот, смотрите, а вот здесь недоработочка. На ферме вообще нет снега. А может быть, здесь теплый пол? И снег растаял. А вот, смотрите, какая громадная гора снега. Смотрите, сколько здесь снега намело. А, так я поняла, почему везде зелено. Все, получается, сюда сметают весь снег. Офигеть, офигеть, класс, ой, смотрите, какие снежные, получается, айсберги, или что это такое, ну, блин, ну, смотрится круто, а вот там, вот, смотрите, вообще снежная гора, надо туда добежать, посмотреть, что там, мне очень нравится эта карта, прям очень, а вот здесь я вообще провалилась, ребят, что это было, смотрите, смотрите, сейчас покажу, точнее, я не покажу, я провалилась за текстуры. Добро пожаловать Брукхэвен за текстурами. Крутяк, да? Смотрите, мои подписчицы тоже провалились. Эпичный момент. Все развалились. Ребят, как вы думаете, может быть, это тестовая карта разработчиков? И они здесь тестируют снежные бури Брукхэвена? Как вы думаете? И может быть мы с вами сейчас наблюдаем вот такой вот слив новогоднего обновления в Брукхэвене. О, ребят, смотрите, что я нашла за школой. Здесь же, получается, был этот парк всяких аттракционов. А вместо него здесь какая-то, короче, ледяная или что? Ледяной городок или что это такое? Ну, короче, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. А мы с вами все идем, идем и никак не дойдем, получается, к той ледяной горе. О! Кто срубил елки? Тот срубил елки в Брукхэвене. Вообще крутяк. О, кстати, здесь вот вообще хорошо видно, что Санта везет робуксы. Осталось найти способ, как туда залезть и забрать робаксы. Класс. Вау, я нашла огромный леденец. Можно я его с собой заберу? Я провалилась. А, нет, я еще не до конца провалилась. Я опять провалилась. Здесь, видите, есть, короче, опасные места, куда можно провалиться. Снежные ямки. Короче, ребят, я почти добралась до этой горы. Еще я нашла сход ледника или что это такое. Короче, смотрите, какая снежная, короче, такая штуковина, льдина, что ли. Вот так вот, короче, застряла между вот этой горой и вот этим забором.
такое ощущение, что она, получается, сошла с этой горы и здесь вот зависла. Прикольно, правда? Итак, ребятушки, там, где у нас был пляж, получается, здесь воды нет. Почему здесь нет воды? Здесь должен быть огромный каток. Но меня больше интересует вот эта гора, потому что, мне кажется, здесь можно покататься на сноуборде или что-то в этом роде. И если это добавят в Брукхевене, это будет что-то невероятное, ребятушки. Все, я все-таки добралась до этой горы. Главное сейчас не провалиться в нее. И, ребятушки, кажется, я покорила Эверест. Смотрите, как здесь круто. Смотрите, мы видим сверху, какая красивая карта. А здесь можно сесть покататься? Короче, я так понимаю, что это такие штуки, которые поднимают на гору. Дайте мне сноуборд, я сейчас проеду здесь. Правда, не факт, что я доеду живая к низу, потому что я на нем кататься не умею. Но мы же все-таки в игре. Ну, в общем, ребятушки, я надеюсь, что это тестовая карта разработчиков, и такое обновление будет ждать нас в Брукхевене, а может быть, они его еще доработают, и оно будет еще мега крутое, мы сможем забрать вот там вот Робакс и Санты, это было бы вообще мега круто, это было бы по-настоящему рождественские подарки. Ну, а если вам понравилась эта информация, этот ролик и эта карта, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я пойду искать для вас еще что-нибудь новенькое. Рада была быть с вами. Всем пока-пока.